Здравствуйте. В Красноярске 20.30 на телеканале «Енисей». Большой выпуск новостей. В студии Сергей Инжутов. И сейчас коротко о главных темах дня. Десятки домов горят в Канском и Енисейском районах края. Ситуацию усугубляет шквалистый ветер. Как спасают населенные пункты? Вы уже со шлангом сколько времени стоите? Ой, ну, сколько так начало все гореть. Ну, сейчас, наверное, точно стою больше. Я сначала там стояла. А сейчас вот там вроде как пожарки приехали, я сюда перешла. Глава Красноярска Эдхамак Булатов проверил ход дорожного ремонта. Какие меры предприняты для контроля за работами? Работы ведутся по графику. У нас еще не закончился май, а по некоторым объектам выполнено 10-15% объемов работ. Уже завтра красноярские футболисты впервые побьются за выход в премьер-лигу, что может противопоставить наш Енисей противнику. Мы сплотились, потому что было не дело смотреть турнирную таблицу, где мы находились внизу. И с каждым матчем победным у нас уверенность прибавлялась. Крупные пожары бушуют сразу в нескольких районах края. Огнем охвачены десятки жилых домов. Самая сложная ситуация в поселке Стрелка Енисейского района. В Канске в нескольких местах полыхает Лесосибирск. В микрорайоне Ново-Енисейск горит лесоперерабатывающее предприятие. По данным полиции, из-за плохой видимости перекрыт участок трассы Красноярск-Енисейск. Положение осложняется сильным шквалистым ветром. С места события Александр Сафонов. Находиться вблизи пожара очень тяжело. Во-первых, от лесопилки идет сильный жар, а во-вторых, дышать трудно. Здесь все в дыму. Когда он немного рассеивается, то видно, как горит кабина башенного крана. Сотрудники предприятия спешно покидали свои рабочие места, но им все же удалось захватить с собой некоторое имущество. Все, что спасли, поместилось в прицеп легкового автомобиля. Хозяевами лесопилки являются граждане Китая. Рассказывать о пожаре на камеру работники предприятия не захотели. Помойка загорелась, она загорелась. На лесопилку перекинула? Предположительно, сначала загорелась несанкционированная свалка вблизи лесопилки, затем пламя перекинулось на предприятие. После этого огонь начал распространяться дальше по лесному массиву в направлении частного сектора микрорайона Ново-Енисейск. Между лесопилкой и ближайшими домами всего около 100 метров. Чтобы защитить дом, Галина Лалетина вооружилась шлангом для полива грядок. Вы уже со шлангом сколько времени стоите? Ой, ну, сколько так начало все гореть. Ну, сейчас, наверное, точно стою больше. Я сначала там стояла, а сейчас вот там вроде как пожарки приехали, я сюда перешла. Пожарные начали вести борьбу с огнем в разных местах. Одни машины отправились на лесопилку, другие встали на улицах частного сектора и прокинули рукава в лес навстречу надвигающемуся огню. Коварный ветер как раз погнал пламя на жилые дома. Масштабы где-то 1000 гектар здесь получается по лесу, если все взять. От свалки до сюда. Это все горит? Все горит. Сейчас борьба с огнем в Ново-Енисейске продолжается. Параллельно с этим в Лесосибирске возникли пожары еще в нескольких местах. Вот это центральная часть города, микрорайон Пирогово. Здесь загорелись надворные постройки и до жилых домов всего несколько метров. Пожарным приходится просто разрываться между пожарами. Александр Сафонов, Сергей Бурмакин. Новости. И вот как изменилась ситуация в Лесосибирске к этой минуте, по телефону передает наш корреспондент Александр Сафонов. Сейчас вечером в Лесосибирске обстановка не такая напряженная, как днем, хотя в разных частях города по-прежнему виднеются столбы дыма. В микрорайоне Ново-Енисейск пожарным удалось не пустить огонь от горящей лесопилки к жилым домам. В микрорайоне Пирогово тоже ничего не угрожает жилью. Сегодня в Лесосибирске горела не только северная и центральная части города, но и южная, микрорайон Абалаковская перевалка. В этой части города расположено много небольших лесоперерабатывающих предприятий. И вот они сегодня загорались одно за другим. Всего в огне оказалось около 8 предприятий. Их тушили не только с помощью пожарных машин, но также был задействован пожарный поезд. Сейчас на месте по-прежнему много пожарных, а также полицейских, которые следят за порядком. Владельцам же предприятий предстоит оценить и подсчитать ущерб. Технику мы успели эвакуировать. У нас часть пиломатериала сгорела, ну и маленько захватила круглый лес. Ну, как бы оперативно нам очень хотелось поблагодарить железную дорогу, что поезд предоставили пожарным. Если бы не они, конечно, просто, я не знаю. Было бы все печально, да?
гораздо печальнее. И для частного сектора, ну и для нас это. То есть реально поезд подошел, да? Реальный поезд пожарный, да. А сейчас он где ушел? Да, у них вода кончилась, они на заправку поехали. Ну, то обещают, как бы ночь еще подежурить, но я надеюсь, как бы. Итак, все противопожарные силы сосредоточены на защите жилья. В Канске на одной из городских улиц распространение огня удалось остановить. Пожарные ведут проливку территории до полной ликвидации. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. С подробностями наш корреспондент Леонид Юрков. Пожар вспыхнул во второй половине дня. По словам очевидцев, огонь начал распространяться с территории лесоперерабатывающего предприятия. Сильный восточный ветер начал стремительно разносить пламя на жилые постройки. Мы лично прошли по нескольким улицам. Там, к сожалению, домов от жилых остались одни стены, печи. Сейчас пламя продолжает бушевать дальше по улице. Оно уже перебросилось на дачи и вплотную подошло к школе. Сейчас там работают на месте абсолютно все пожарные расчеты города Канска, а также к ним присоединились и коллеги из Иванского района, и Ердейского района. В общем, практически все силы стянуты сейчас на то, чтобы ликвидировать, как-то локализовать возгорание и не дать огню распространиться дальше, потому как ветер не утихает, и последствия этого пожара еще, ну, могут быть крайне плачевными. Но администрация также сейчас уже открыла экстренный штаб. Все пострадавшие могут обращаться в администрацию города, буквально там на первом этаже. Есть специалисты, которые обязательно проконсультируют и помогут с размещением. Ну и также какой-либо помощью, которая, ну, нужна тем или иным пострадавшим лицам. Ну а сами погорельцы вот что говорят. У людей вон дома сгорели, людям жить негде теперь будет. Ну у людей там все, у нас баня, дача, куры, ну столько лет, две теплицы, все сгорело, все посажено уже было. Все наши труды. И буквально полчаса назад началось заседание Краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сейчас там находится наша съемочная группа. На связи со студией мой коллега Сергей Сеславин. Сергей, что говорят участники совещания? Какова самая актуальная информация к этой минуте? Здравствуйте, Сергей. Комиссия продолжает свою работу. По селектору ведется связь с пострадавшими районами. Что можно сказать на данный момент? В Лесосибирске огнем уничтожено 30 домов. 86 человек осталось без крова. В поселке Стрелка 30 домов уничтожено. Сколько людей там остались без жилья, трудно сказать, потому что значительная часть дачных домиков, где люди не живут круглый год. В Канске 36 домов сгорело, 237 человек остались без крова. Все они размещены в пунктах временного содержания. Им оказывается помощь. Кто-то отправился к родственникам. В общем, людям активно помогают. Один погибший человек в Канске. Женщина сгорела. Ветер сильно затрудняет работу пожарных, хотя практически во всех названных населенных пунктах уже удалось сдержать распространение огня, тем не менее сильные порывы ветра доставляют пожарным много неприятностей. По прогнозу синоптиков, в ближайшие 2-3 дня вот в эти районы, восток, центральный и запад, придут дожди, что поможет бороться с пожарами. Кроме того, сообщается, что в Бирюлевском районе тоже вот от массовых палов травы сгорело уже 5 домов, но цифры постоянно обновляются. Может быть, цифра уже другой. В Канске работает на тушении авиации вертолеты Ми-8. В Лесосибирске приехали пожарные поезда и помогают там ликвидировать возгорание. Кроме того, из Красноярска в пострадавшие районы приезжают дополнительные силы, сотрудники МЧС, пожарные, дополнительная техника, но не везде проезд к местам самих пожаров открыт, и иногда пожарным приходится ехать в объезд. На этом у меня пока что вся информация. В следующих выпусках сообщим более актуальные новости. Сергей. Спасибо. Это был мой коллега Сергей Сеславин. Он сообщил свежую информацию с заседания Краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. И напомню, что мы продолжаем следить за ситуацией и в следующем выпуске расскажем новые подробности. Ну а вот как идет ремонт дорог в Красноярске, расскажем уже через пару минут.
Жизнь открывает нам много возможностей. Путешествовать, работать и развиваться. Осуществлять мечты. А с кредитом наличными АТБ мечты исполняются быстро. Решение за 5 минут. До 700 тысяч рублей. Переплата всего 1% в месяц. Кредит – это просто. Мечтайте, а мы воплотим ваши мечты в реальность. Азиатско-Тихоокеанский банк. АТБ. Все удобное просто. Настоящий летний отдых. В санатории «Родник» Алтая, Белокуриха. Путевки все включено. Каждый день большие бассейны, полезные процедуры. Дети до 4 лет бесплатно. Санаторий «Родник» Алтая, Белокуриха. Меняюсь, но остаюсь собой. Обновленный УАЗ «Патриот». Дилерский центр «Центральный». Официальный дилер УАЗ в Красноярске. Проспект Котельникова, 9Б. Телефон 219-2080. Скачет напряжение? Боитесь за свою технику? Спасение есть! Стабилизатор напряжения APC. Только до 30 июня уникальное предложение от компании «Альдо». Стабилизаторы APC от 1500 рублей. Защити свою технику по выгодным ценам. Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно. Верхней одежды много не бывает. Стильные новинки по оптовым ценам от московской ярмарки доступны теперь по двум адресам. Торговый центр «Авиатор», «Авиаторов 5» и «Матросова 18», магазин «Ермак». Возникли сложности с оплатой по кредитным обязательствам? Не паникуйте. Звоните. Разберемся в вашей ситуации. Поможем. Юридическая служба «Единый центр защиты». 272-34-14. База отдыха «Чара» приглашает на один из теплых заливов Байкала. Благоустроенные номера, экскурсии сделают отдых незабываемым. Телефон в Иркутске 200-650. На телеканале «Енисей новости» продолжаем выпуск. В Красноярске проходит международная конференция профсоюзных организаций. На нее съехались руководители профсоюзов Сибирского федерального округа и Урала, заведующие сектором международной организации труда Сергиус Головацкас из Швейцарии, а также представители городской и краевой власти нашего региона. С приветственным словом выступил председатель правительства края Виктор Томенко. Он отметил, что в регионе прилагаются все усилия для обеспечения социальной стабильности. Власть активно сотрудничает с профсоюзами. Это помогает оперативно реагировать на все возникающие трудности. В прошлом году наша страна подписала международную программу, которая призвана обеспечить защиту прав трудящихся. Одному из разделов этой программы и посвящена нынешняя конференция. Участники обсуждают мировые стандарты создания коллективного договора, социального партнерства и другие темы. У гостей этого форума есть вопросы к коллегам. Они хотят изучить их опыт, чтобы понять, как решать сложившиеся в регионах проблемы. Международная организация труда, нам эта организация знакома, постоянно и плотно работаем, и поэтому я призываю всех в ходе этого семинара, в ходе этой конференции задавать все имеющиеся у вас вопросы, и даже если на какие-то нет немедленных ответов, то мы обязательно эти ответы получим и из Женевы, из Международной организации труда. Как труд должен выглядеть в будущем? Потому что столько рабочих мест, сколько бывало сейчас создать, тяжело, потому что прогресс налицо. Но, как я вот повторяюсь, роботы не платят налоги социальные, а и роботы не будут покупать у роботов. Так что человеческий фактор остается, и человек должен, конечно, и трудиться в достойных условиях. В Красноярске открылся Всероссийский форум «Современные системы безопасности. Антитеррор». В 13-й раз в столице края собрались эксперты со всей страны. На этот раз, чтобы обсудить вопросы противодействия идеологии терроризма. Здесь же представлена спецтехника, которая стоит на вооружении российских спецслужб. Какие красноярские разработки уже используют в мире и почему основная борьба сейчас разворачивается в интернете, расскажет Алина Штоколова. Эти мобильные огневые точки – разработка Красноярского регионального спецназа ФСБ. Они оборудованы огнеметами, пулеметами, одноразовыми и даже автоматическими гранатометами. Эта техника позволяет максимально быстро и незаметно в любых условиях, будь то болото, песок или тайга, подобраться к противнику и нанести ему существенный урон. Их сейчас используют в Сирии.
Это, можно сказать, тяжелая артиллерия. Только на этой площадке выставлено около сотни единиц совершенно разного оружия, которое использует спецназ. Но основная борьба сейчас разворачивается не на полях сражений с бандподпольем, а во всемирной паутине. Как правило, это молодые люди 18-19, ну, максимум 20 лет. Вот их осуществляется такой активный поиск со стороны, в том числе и международных террористических организаций. И все это делается в сети интернет. Распознавать таких людей, распознавать по признакам их поведения очень трудно. Это совершенно другие люди, да. И поэтому работать в этом направлении приходится сегодня очень интенсивно и спецслужбам, и всей правоохранительной системе, и аналитикам, которые должны все это, так сказать, изучать и систематизировать. Собственно говоря, это сегодня задача дня. Поэтому важно, что среди посетителей выставки много детей. Они знакомятся со спецтехникой и смотрят на то, как работают спецслужбы. Здесь же бойцы Росгвардии, ОМОНа и СОБРа разыграли настоящую сцену из боевика с показательной погоней на бронетехнике, взрывами и стрельбой. В нашей жизни все происходит почти так же. И силовые методы борьбы с террористами дают свои результаты, отчитываются спецслужбы. За последние 5 лет в 10 раз снизилось число преступлений террористической направленности, а эффективность их выявления существенно растет. Однако нужно искать новые методы борьбы в этой войне. И Красноярский форум считают отличной площадкой для этого. Проблемы террористической защищенности, безопасности, они приобретают особое значение, актуальность, повышается активность деятельности международных террористических организаций. Очень важно, чтобы были площадки, на которых собирались специалисты для того, чтобы обсуждать актуальные практики, обсуждать те вызовы, которые перед нами в настоящее время ставят время, находить решения. Поэтому такая специализированная площадка, которая, в первую очередь, интересна для специалистов. В рамках этого форума проходит соответствующая научно-практическая конференция. На конференции эксперты обсудят и методы противодействия террористам при подготовке и проведении крупных спортивных мероприятий. Для Красноярска это важно, ведь меньше чем через 2 года мы примем Всемирные студенческие игры. Она в первую очередь предназначена для того, чтобы компетентные сотрудники обменялись мнениями и нашли в своей деятельности то, что можно распространить на всю территорию Российской Федерации. Терроризм не стоит на месте, он совершенствуется, появляются новые угрозы. Поэтому новые формы противодействия терроризму, они нужны в первую очередь нам всем. В этой борьбе принимают участие и дети. На церемонии открытия первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко вручил награды воспитанникам детских домов, которые победили в конкурсе тематического рисунка. Форум и выставка «Антитеррор» будет работать еще 2 дня. Алина Штокова, Максим Галат. Новости. Сегодня глава Красноярска Эдхам Акбулатов проинспектировал ход ремонта дорог и улиц. Он посетил 4 участка и везде особое внимание уделил качеству проводимых работ и используемых материалов. Какие дополнительные меры предпримут городские власти, чтобы контролировать ремонт, расскажет Андрей Стародым. Проверка качества ремонта красноярских автодорог происходит прямо сейчас. Вот там глава Красноярска Эдхам Акбулатов общается с подрядчиками и узнает, насколько качественно был положен на этом участке асфальт, а это подъем на улицу Шахтеров, а также бордюрный камень. Более 500 метров улицы Игарской комплексно реконструируют, на дорогу кладут асфальт, меняют бордюры. Как отметил Эдхам Акбулатов, важно качественно сделать еще и тротуары и газоны. Ремонт здесь по плану должен закончиться к 10 июня. Второе место, которое инспектирует глава Красноярска Эдхам Акбулатов, это улица Партизана Железняка. Здесь идет замена бордюрного камня, а также ремонт тротуаров. Протяженность ремонтируемого участка более 3 километров от улицы Белинского до Краснодарской. Кроме замены бордюров и установки ограждений, здесь еще и укладывают специальную тактильную плитку на тротуар. Завершение работ запланировано на конец августа. Цена контракта более 92 миллионов рублей. Здесь мэр вновь обратил внимание подрядчика на необходимость обеспечить высокое качество как работ, так и материалов. Сегодня в городе есть вопрос по качеству бетонных бордюров. Вот. Поэтому он на этом действительно заострил внимание, чтобы поставщики железобетона прошли дополнительную проверку, как раз где можно было бы провести дополнительные испытания, если это необходимо, чтобы убедиться, что этот бортовой камень действительно надлежащего качества и не развалится от химреагентов через 2 года, там, через год.
Третья точка инспекции главы города – это проспект Красноярский рабочий, остановка детская библиотека. Вот сейчас, как вы видите, глава Красноярска Эдхам Акбулатов разговаривает с подрядчиками. Здесь идут ремонтные работы трамвайных путей. К середине июня планируется, что некоторые шпалы и рельсы заменят, также частично, в зависимости от износа, поменяют и бордюрные элементы. И последняя точка инспекции главы Красноярска ремонта автодорог – это торговый центр Красноярье. Вот здесь сейчас глава города общается по поводу того, как здесь идут ремонтные работы. Ну а главное, что здесь делают, это меняют бордюрный камень и устанавливают вот такие вот заграждения. Эдхам Акбулатов заявил, что будет требовать дополнительной проверки всех выданных на железобетонные конструкции и асфальтную смесь сертификатов, чтобы еще раз убедиться в качестве этих материалов. Работы ведутся по графику. У нас еще не закончился май, а по некоторым объектам выполнено 10-15% объемов работ. Но дело в том, что сейчас работы ведутся только на 17 объектах. А нам необходимо в этом году отремонтировать 46 объектов улично-дорожной сети. Поэтому основные работы еще впереди. В июне должны состояться торги на ремонт проспекта Мира, улицы Карла Маркса, а также коммунального моста и еще двух десятков объектов. Общая сумма, выделенная из федерального и краевого бюджетов, на ремонт красноярских автодорог в этом году составляет 1 миллиард 700 миллионов рублей. Андрей Стардым, Павел Потылицын, новости. Сегодня красноярские предприниматели провели акцию против переноса павильонов. Что предлагают власти, расскажем после короткой паузы. Жизнь открывает нам много возможностей. Путешествовать, работать и развиваться. Осуществлять мечты. А с кредитом наличными АТБ мечты исполняются быстро. Решение за 5 минут. До 700 тысяч рублей. Переплата всего 1% в месяц. Кредит – это просто. Мечтайте, а мы воплотим ваши мечты в реальность. Азиатско-Тихоокеанский банк. АТБ. Все удобное просто. Настоящий летний отдых. В санатории «Родник Алтая» Белокуриха. Путевки все включено. Каждый день большие бассейны, полезные процедуры. Дети до 4 лет бесплатно. Санаторий «Родник Алтая» Белокуриха. Меняюсь, но остаюсь собой. Обновленный УАЗ «Патриот». Дилерский центр «Центральный». Официальный дилер УАЗ в Красноярске. Проспект Котельникова, 9Б. Телефон 219-2080. Скачет напряжение? Боитесь за свою технику? Спасение есть! Стабилизатор напряжения APC. Только до 30 июня уникальное предложение от компании «Альдо». Стабилизаторы APC от 1500 рублей. Защити свою технику по выгодным ценам. Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно. Верхней одежды много не бывает. Стильные новинки по оптовым ценам от московской ярмарки доступны теперь по двум адресам. Торговый центр «Авиатор», «Авиаторов 5» и «Матросова 18», магазин «Ермак». Возникли сложности с оплатой по кредитным обязательствам? Не паникуйте, звоните, разберемся в вашей ситуации, поможем. Юридическая служба «Единый центр защиты». 272 34 14. База отдыха «Чара» приглашает на один из теплых заливов Байкала. Благоустроенные номера и экскурсии сделают отдых незабываемым. Телефон в Иркутске 200-650. На телеканале «Енисей новости» продолжаем выпуск. В Шарыпове женщина родила прямо на улице, не добравшись до больницы. В 6 утра она почувствовала боль и попросила старшую дочь проводить ее до отделения. Однако не успела дойти буквально 20 метров, как произошли стремительные роды. Появиться на свет малышу помогли случайные прохожие. Одной из них оказалась массажистка Елена Куропятникова. Она вела дочку в детский сад и неожиданно для себя стала акушером. Сейчас мама с малышом все еще находится в роддоме. Они хорошо себя чувствуют и готовятся к выписке. Понимала, что что-то нужно делать, какую-то первую помощь оказывать, хотя бы, чтобы ребенок всхлипнул. Я потрясла маленько по щечкам, что он сделал первый вздох, маленько что-то двигнул. Поняла, что ребенок жив, успокоила девочку, и она тогда закричала: «Мама, братик!» и взяла ее за руку. И тут уже были куча эмоций, куча счастья.
Сегодня красноярские предприниматели провели акцию против переноса павильонов. В этом году принято решение о демонтаже временных сооружений, которые расположены на первой линии главных городских магистралей. Чего требуют предприниматели и что им могут предложить власти Красноярска, узнала Анна Московских. Предлагаем изменить нормативные акты администрации и оставить всех на своих местах. Все за! Сотни предпринимателей на Красной площади Красноярска требуют сохранить за ними наработанные места. В этом году в связи с ремонтом основных магистралей и благоустройством города в администрации приняли решение о демонтаже временных конструкций с улиц Карла Маркса, Партизана Железняка, проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» и других. Претензии к павильончикам и со стороны властей, и со стороны горожан были в том, что, дескать, и антисанитарию разводят, и единый облик городских улиц не позволяют создать. Предприниматели с остановки Перенсона подготовили проект по рекомендации главы города Красноярска. Его согласовали, а через 2 недели предприниматели получили уведомление о сносе павильонов. И нас, конечно же, такая ситуация возмущает. Никто на это не может дать никакого ответа. Администрация планирует убрать все павильоны, которые вдоль дорог. А это большое количество жителей города Красноярска. Это порядка 30 тысяч. Также предприниматели утверждают, у многих из них подведена вода и канализация. А что касается отсутствия благоустройства, коммерсанты говорят, что заняться этим не позволяют слишком короткие сроки аренды. В администрации отвечают, понимают нежелание людей сниматься с натиженных мест, но все же интересы целого города нужно ставить выше собственных. Глава самого большого советского района Владислав Логинов отмечает, всем предпринимателям предлагают компенсационные места. Сохраняются те компенсационные места, которые мы предлагаем. Это улица Авиаторов, это микрорайон Солнечный, где сегодня более 400 мест у нас подготовлено, и мы предлагаем предпринимателям. С предпринимательским сообществом ведем переговоры. А дальше даже рассматривается вопрос о неких компенсационных финансовых мерах поддержки для предпринимателей. Большинство договоров сейчас у субъектов малого бизнеса, у владельцев вот этих временных сооружений до 1 января 2018 года, то на компенсационных местах мы предлагаем как минимум это 7 лет. Один из тех, кто согласился на предложение администрации и переехал, Сияву Шиманов. Он перенес свой павильон с улицы Копылова на Ладо Кицхавели. А еще смог объединить предпринимателей в Советском районе и совместно организовать на улице 9 мая вместо разномастных киосков единое торговое пространство. Я слова Сократа скажу. Кто хочет, находит решение, а кто не хочет, ищет причину. То есть жизнь такая, что мы идем вперед. В 21 веке живем. Надо перестраиваться, надо новые современные делать. Не хотят работать, я сижу на старом Запорожье, буду ездить на новых и на марках, не хочу ездить. Вот такая получается ситуация. Я понимаю, тяжело. Тяжело, например, перестраиваться. Для предпринимателей, которым придет уведомление о демонтаже павильона, с понедельника 29 мая начнет работать горячая линия. Задать все интересующие вопросы владельцы павильонов смогут по телефону 276-36-00. Анна Московских, Алексей Гусев. Новости. Сегодня ситуацию с демонтажом павильонов прокомментировал глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Вот что он сказал. Мы исходим из того, что мы должны в партнерстве с предпринимательским сообществом работать. У нас есть в городе достаточно много мест, где есть потребность во временных сооружениях. Торговых, сооружениях, которые позволяют оказывать какие-то услуги. И я хочу сказать, что из 450 объектов, которые попали в зону производства работ, уже владельцы 100 объектов уже вышли с нами в переговоры в отношении размещения на компенсационных местах. А далее в выпуске расскажем, как прошла открытая тренировка футбольного «Енисея». Оставайтесь с нами. Красноярский край вошел в пятерку самых читающих регионов России. Перелистываем страницы любимых произведений каждую субботу в программе «Утро на Енисее» в рубрике «Читай, любимый край». Партнер рубрики «Читай, любимый край» – сеть книжных магазинов «Читай город». Здесь книги находят людей. Ты волонтер, и это уже гордо звучит. Хочу, чтобы наш город себя красиво показал на универсиаде. Я захотел как бы стать волонтером, так как волонтеры – это помощники в первую очередь. Но они участвуют просто ради интереса, не ради выгоды или еще чего-то. Там будут новые знакомства, естественно, будем приносить какую-то помощь. Самое главное – это научит меня общение с людьми. Следите за историями участников проекта «Наши дети» в новостях в 20:30 на телеканале «Енисей». При поддержке «Красцветмета».
Распродажа новой и уцененной бытовой техники. Акция «Обменяй старую технику на новую». СЦ «Сибирь» 214-16-14. Саша, это шо? Ух ты, сколько денег на черепицу спалили! Шо это? Красота! Черепица «Андулин». Центр изоляции 2-906-901. Верхней одежды много не бывает. Стильные новинки по оптовым ценам от московской ярмарки доступны теперь по двум адресам. Торговый центр «Авиатор», «Авиаторов 5» и «Матросова 18», магазин «Ермак». Возникли сложности с оплатой по кредитным обязательствам? Не паникуйте. Звоните. Разберемся в вашей ситуации. Поможем. Юридическая служба «Единый центр защиты». 272-34-14. База отдыха «Чара» приглашает на один из теплых заливов Байкала. Благоустроенные номера и экскурсии сделают отдых незабываемым. Телефон в Иркутске 200-650. Я сдам ЕГЭ. Потому что у меня есть все необходимые знания и умения, уже готовы паспорт и гелевые ручки. И самое главное, за меня переживают и поддерживают мои родители и учителя. Я уверен в своих силах. ЕГЭ – это тот рубеж, который необходимо пройти для продолжения образования. А образование – это один из ключевых факторов жизненного успеха. Тем самым ЕГЭ открывает для нас дорогу будущих перспектив и возможностей. Я сдам ЕГЭ! Вернемся к новостям. В школах края начинаются последние звонки. Сегодня с окончанием учебного года поздравляли выпускников физико-математических классов при Сибирском федеральном университете. Что вручили отличникам и когда в Красноярске появится школа-интернат для будущих инженеров и математиков со всей страны, расскажет Ольга Тишенина. В этом году из школ по всему Красноярскому краю выпускается больше 40 тысяч учеников. Последний звонок прозвучал и для ребят из физико-математических классов при Сибирском федеральном университете. Кстати, это уже юбилейный 5-й выпуск. В зале будущие инженеры, программисты, математики и физики. В этом году 86 учеников заканчивают физмат-классы при Сибирском федеральном университете. Чтобы поступить туда, эти ребята из разных городов края прошли строгий отбор, а затем 2 года погружались в точные науки. Иван Макаров заканчивает с пятерками, получает знак отличника и свидетельство из рук министра образования края Светланы Маковской. Парень рассказывает, это был осознанный выбор, дальше планирует учиться на инженера. И объясняет, чем их класс отличается от обычного. Во-первых, это университетские преподаватели, которые мы каждую среду ездим в СВУ, чтобы заниматься теми же предметами. Ну и к тому же у нас довольно много уроков и разных курсов. Есть в школе лаборатория своя. И все это способствует хорошему обучению. Физико-математические классы при университете появились в 2011 году. Сначала на базе 13-й гимназии 7-го лицея, потом к краевому проекту подключился и лицей номер 6. Расчет был простой. В них подготовка будущих математиков и технарей выйдет на новый уровень. Ребята делают свои научные проекты, побеждают на региональных и всероссийских олимпиадах. А после окончания легко поступают в МГУ и МФТИ. Ведь средний балл ЕГЭ у них не ниже 80. Но большинство убирают все же Красноярские университеты, в основном Сибирский федеральный. Кстати, никаких преференций перед другими абитуриентами у них нет. Вообще сейчас очень много гуманитариев, как бы, и это уже совсем никому не нужно. То есть физмат – это прогресс. Ну и поэтому было выгоднее поступить туда. За эти 2 года я очень много узнала, и коллектив хороший попала. И у меня большие возможности после этого СВУ. Ребята, во-первых, приходят те, которые настроены на физику. То есть у них есть желание, стремление. То есть я вообще уважаю ребят, которые выбирают это направление. Потому что это настолько сложно, просто сложно. И когда они в конце, по окончании года, вот такие умные, красивые, когда они что-нибудь решают, просто залюбоваться на них, собственно.
А в скором будущем в Красноярске на базе СФУ появится полноценная физико-математическая школа-интернат. Планы амбициозные. В ней будут учиться 500 человек. Для ребят из других городов предусмотрено 400 мест в общежитиях университета. Сейчас мы разрабатываем уже такую целостную концепцию физико-математической школы. Это будет фактически наследие универсиады. Планируется, что эта школа начнет уже функционировать в 2018-2019 году. Это будет полноценная школа с интернатом, в который мы планируем принимать ребят, в том числе со всей России. Кстати, с 2015 года по инициативе губернатора Виктора Толоконского развивается целая сеть математических и естественно-научных спецклассов. В них учатся 2000 школьников. И в будущем именно они должны стать инженерной элитой края и страны. Ольга Тишенина, Андрей Крупнов. Новости. В Красноярске открылся фестиваль «Театральный синдром», организованный фондом Михаила Прохорова. В ближайшие 10 дней жители и гости краевого центра увидят несколько спектаклей Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета. Последний раз артисты приезжали к нам на гастроли 35 лет назад. Новые постановки представит режиссер Юрий Бутусов. В программе спектакль по мотивам произведений Шекспира, Гоголя, Чехова и Брехта. Представления пройдут на сценах театра имени Пушкина, юного зрителя, также оперы и балета. Одним из событий фестиваля в этом году станет монодрама «Мама», которую в качестве актера прочитает режиссер Юрий Бутусов. Пока мы, честно говоря, испытываем только волнение и какую-то благодарность. Пожалуй, это два чувства, которые сейчас всех нас переполняют, потому что мы приехали только вчера. Вчера был трудный репетиционный день. Мы адаптируемся, присматриваемся. И какой-то важный этап, мне кажется, для театра, для меня. Нам очень приятно быть в вашем городе. Очень приятно, что все-таки вот фонд выбрал именно нас для того, чтобы представлять наш город. Надеемся, что наше сотрудничество будет продолжено. Футбольный «Енисей» провел открытую тренировку в преддверии стыкового матча с тульским «Арсеналом». Напомню, впервые за свою историю красноярский клуб завоевал бронзу в национальной лиге и теперь поборется за право выхода в высший дивизион. Игра пройдет на центральном стадионе. Начнется она в 19:30. Матч обещает быть зрелищным. Арена, где состоится встреча, может вместить 16 тысяч человек. На данный момент проданы почти все билеты. Сегодня их еще можно купить на сайте футбольного клуба и в терминалах «Платежка», и также в кассах центрального стадиона. Напомню, игра начнется в 19:30. На нашем телеканале вы сможете увидеть прямую трансляцию матча. Завтра будет игра равных соперников, и неизвестно, как она сложится. Самое главное, как мы к этому матчу готовимся, а я считаю, мы подготовились хорошо. Мы сплотились, потому что было не дело смотреть турнирную таблицу, где мы находились внизу. И с каждым матчем победным у нас уверенность прибавлялась, и мы сами хотели большего, поэтому постепенно шли наверх. Что может противопоставить наш «Енисей» сопернику? Прямо сейчас ваше мнение расскажет моя коллега Наталья Винокурова. Она уже в студии. Наташа, добрый вечер. Каковы, на взгляд зрителей, аргументы против противника на поле у подопечных Андрея Тихонова? Вера и Надежда, добрый вечер. Сергей, телезрители. Вот главные аргументы против противника в пользу «Енисея». Я вот не в команде, но у меня легкий мандраж. Представляете, каково клубу, когда они за 80 лет впервые получили шанс выйти в премьер-лигу. Матч уже завтра, а у меня в руках два билета. И мы их вручим лучшему комментатору, тому, кто отправил самое патриотичное сообщение. И зачитаю их всех. Максим: думаю, что наш «Енисей» настроен на победу. Ребята подготовлены, настрой боевой. «Енисей» чемпион. Чемпион вперед. Ну и кричал, как кто сильнее всех? Красноярский «Енисей». Ну, в таком стиле белого стиха. Елена вангует: счет 2-1 в пользу «Енисея». Победа уверенная, счет не сухой, чтобы не расслаблялись. И игра была интересной. Удачи желает Вадим. Уверен, что Тихонов зарулит. Спартаковская школа, которую он передал «Енисею». 2-1. Его прогноз — «Солибой» 2-0. Вот и все кратко. И вот так в сухую. Ну, я надеюсь, нашу пользу вы написали. Никита: 2-0. «Енисей» самый лучший клуб у нас. Мы будем бороться до конца. Мы с вами.
поддерживает игроков наш телезритель Рита. Очень хочется, чтобы наш Енисей прорвался в премьер-лигу 1-0. Мы должны победить. Верю в ребят всем сердцем. Действительно прислала свое сердце в качестве эмодзи. Влад, откинемся на спинку кресла, стула и дивана и посмотрим матч. Трансляция, кстати, будет на нашем телеканале, напомню. Виталий, 1-0, думаю, на гол наиграет Арсеналу. Будет важно не пропустить много в гостях, да и не пропустит. Габулову разрешили из сборной уехать, в стыках поучаствовать. Но Арсенал будет измотан, замечает Виталий. Игра со Спартаком, да и перелет сюда наверняка отнимет много сил. Так что Енисею важно ловить свои шансы, использовать их и, главное, не пропускать, иначе очень будет тяжело отыграться в гостях. Вопреки моему прогнозу, желаю Самодину забить как можно больше, и всех остальных это тоже касается. Замечает Виталий. Этот сезон показал, как много у нашей команды героев, и забить может каждый. Удачи Енисею, терпения всем нам. Дмитрий, Тула, наилучший из возможных вариантов. Здесь однозначно будут шансы. Судя по политике клуба, Арсенал в Туле никому особо не нужен. Тут он подробно расписывает, какие там были рокировки. Ну и приводит к тому, что легко нашим не будет, но шансы будут точно. Думаю, победим 2-1 все на стадион, призывает Дмитрий. Олег Щедловский, надеюсь, хотя бы на 1-0 в пользу Енисея. Оле, оле, оле. Оле, скандирует Олег. Никита, думаю, Енисей лучше, потому что Андрей Валерьевич пришел, и мы все пройдем с ним. Спасибо вам, желаю удачи во всем. Мы с вами 2-0, Енисей. Максим Цома, я иду завтра. Енисей, Енисей, Енисей. И Павел Мальцев 5-1 в пользу Енисея. Что ж, давайте вручим билеты самому экспертному автору комментария. На мой взгляд, это был Виталий, который был, к тому же, очень патриотичен. Виталий, забирайте билеты на остров отдых, на острове отдыха 10, строение 1, пораньше. И как раз прямиком отправитесь на центральный стадион, где Енисей сыграет с Арсеналом. И, как говорят родоначальники футбола англичане, их британские комментаторы, пусть наши намылят им головы. Удачи на матче, остается добавить мне и передать слово Сергею. Да, спасибо, Наталья. Еще напомню, что прямая трансляция матча завтра на телеканале «Енисей» в 19:30. Болеем за наших и держим кулачки. В краевом центре появится сквер предпринимателей. Сегодня там высадили первые саженцы. Новые яблони, вязы, дубы и рябины дополнят ландшафт парка 400-летия Красноярска. Эту инициативу Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты поддержали бизнесмены. В посадке деревьев участвовали представители более 20 предприятий из Красноярска, Иркутска, Дивногорска и Сосновоборска. По задумке организаторов, сквер предпринимателей будет расширяться. Еще 3 подобных акции запланированы на эту осень и следующий год. Руководитель должен быть примером и сам участвовать в таких мероприятиях. Ну и как бы проговаривали, что здесь будут собираться руководители, чтобы более ближе друг с другом познакомиться, пообщаться в неформальной обстановке. Потому что разные предприятия, разные руководители, ну, здесь можно пообщаться. Мы решили оставить свой след, чтобы создать такое вот большое дело и зародить такую традицию, чтобы бизнес не только он социально ориентирован, сам по себе платит налоги, но еще и создает вот такую красоту, как сквер. Поэтому мы можем сказать, что объединило это все единый порыв. Такое желание что-то оставить после себя потомкам. В Железногорске стартовала акция по масштабному озеленению города. Накануне активисты на Ленинградском проспекте высадили 49 кустов сирени и маньчжурского ореха. Эти растения выбрали потому, что они лучше адаптированы к условиям городской застройки. До конца сезона в рамках этой экологической акции в Железногорске пройдут тематические форумы, субботники и продолжится озеленение улиц. Специалисты планируют высадить больше 1 000 000 цветов, сотни деревьев и кустарников. Продолжаем шаг за шагом озеленять город. Что очень важно, сегодня совсем малыши с нами садили, да? Я говорю, что, мне, говорит, очень нравится. Поэтому вот с этого начинается любовь к нашему городу, к своей родине. Когда ты сам ухаживаешь, когда твои деревья потом вместе с тобой станут большими и красивыми. Цветущий Железногорск – это не на словах или где-то там в голове, это в наших делах. На этом пока все. Информационные итоги дня подведем уже в 23:30. Телефон для ваших сообщений 236-0136. Наш сайт в интернете enisei.tv.